На Дніпропетровщині пройде фестиваль архітектури для дітей. Такі постійно проводять у Європі останні 2 роки у Києві. Учасники – діти різного віку. Вони разом з професійними архітекторами створюватимуть макет уявного міста. У той час батьки зможуть відвідати лекції та презентації. Фестиваль пройде 1 липня у ландшафтному парку у селі Військове. Туди організують трансфер від обласної адміністрації о 8:30. Для участі необхідно зареєструватись на сайті фестивалю. Отношение к этой профессии, отношение к этому искусству, отношение к архитектуре, вот оно важно даже с детства. И на самом деле все мы хотим, чтобы наш город выглядел по-настоящему европейским. Дети, если они сейчас через вот это, вот эти занятия, через вот эти вот, скажем так, мероприятия, которые мы проводим, будут приобщаться к прекрасному, это залог того, что в будущем у них будет замечательный вкус, правильное отношение к современной архитектуре. Архитектор с детьми создает макет зеленого города, параллельно рассказывая о том, как это происходит, как город устроен, как мыслит архитектор, создавая тот или иной проект, где старики, где люди с ограниченными возможностями, как они будут существовать, где школы, где парки.